Итак, включаю свою красивую камеру, и это влог номер 2. И это же отличная новость. Друзья, я втянулась, и мы решили продолжить эту традицию. И сегодня у нас для вас очередная порция футбольного контента. Так что, айда за мной! Мы прилетели в Хорватию на матч с «Динамо», и все это дело я буду не только сопровождать, а еще снимать, показывать и рассказывать. Подкину вам свежачок из Хорватии и побываю в самом эпицентре событий. Интересно? Мне тоже. Сейчас я нахожусь на центральной площади Загреба, называется она Бана Йелачича. И совсем скоро нас ждет ответственный и сверхважный матч. «Динамо Загреб» сразится с «Шахтером» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Куда пойти, куда податься в Загребе? И кто поможет мне с этим вопросом? Конечно же, легенда хорватского футбола Дарио Срна. Дарио, слышала, что хорваты очень гостеприимный народ. И что ты посоветуешь, куда сходить и что попробовать сходить? Я советую завтра сходить вечером на стадион Максимир, посмотреть хорошую игру. Не важно, что погода не очень. Ну, Хорватия, центр города очень красивый, очень интересный, поэтому если устраивает вас погода, значит она погуляет по центру города, значит дальше не будет в Хорватии в Загребе. И, конечно, после этого десерт на концу, игра «Динамо Загреб» «Шахтер», решающая игра нашей группы, поэтому посмотрим. Динамо! Что правая нога задевала. Шахтар! Удачи «Шахтеру» сегодня. Главное, чтобы была победа. Пришло время сменить музыку. Что-нибудь традиционное хорватское, пожалуйста. Так-то лучше. За луду мы загрылила цура. Пусти ты мне етила. Ну что, мы уже прибыли на стадион «Максимир», где завтра состоится важный для обеих команд поединок. А хоть бы не убиться только на этих лестницах, а так все нормально. Завтра именно отсюда будут выходить команды. Чувствую, завтра стадион оживет. Ну, держись, Максимир, битва будет феерическая. Рядом со мной комментатор завтрашнего матча Кирилл Круторогов. Привет, Кирилл. Скажи, ты уже видел комментаторские позиции и как они тебе? Да, видел. Ну, честно сказать, даже на не лучших украинских стадионах позиции лучше. Как ты думаешь, завтра выйдет в стартовом составе Додо? Не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы Соломон вышел, но придется кричать другое имя в случае забитого гола. Who will win the game tomorrow? Динамо. Кто переможе? Шахтар! Мы увезем 3 очка к себе на родину. Чувствуется, что экватор Лиги Чемпионов и важнейший матч для обеих команд. Ну что, я иду в народ, покажу вам немного около футбольного движения. Welcome to Croatia. Просто сейчас позади меня горняки проводят предматчевую разминку, а болельщики активно заполняют трибуны местного стадиона в Загребе. Максимир действительно является серьезным бастионом для гостевых команд, и легкой прогулки в игре с местным клубом точно ожидать не стоит. Наши парни готовы к давлению, они уже это продемонстрировали в Италии и, думаю, готовы повторить это сегодня. Верим в команду и вперед смотреть матч! One shot, now the future is yours. Go. Yeah, I
was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the end. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight drop and the chills are falling. Taking over pieces and shares of all. Показывает, что горняки реально настроены на победу. Это просто был в конце восклицательный знак. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3-3. Ребята, это невероятно. Это просто разрыв. Как можно в дополнительное время отыграть два мяча? Пришлось, конечно, попортить настроение местной публики. Шахтер, вы невероятный, команда. Это было нереально. Ребята, наши горняки в фантастическом поединке вырвали ничью с «Динамо» и сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это «Шахтер», и здесь все по-настоящему.